Станислав Бураков в инвалидной коляске уже 8 лет. Из них 3 года он водит специально оборудованный автомобиль. Управлять транспортным средством с помощью одних лишь рук, признается автолюбитель, намного легче, чем найти парковочное место. Места для инвалидов располагаются по всему городу, вот только их занимают далеко не люди с ограниченными возможностями. Я понимаю, что ситуация, конечно, плохая, да, с парковками мест не хватает, но все равно как бы надо уважать друг друга и ставить и выполнять все-таки закон. По закону штраф за парковку автомобиля, не имеющего специального знака «инвалид» на таком парковочном, от 3 до 5 тысяч рублей. Как показывает практика, данная сумма не пугает автовладельцев. Каждый человек, который ищет парковку, думает, ну вот я сейчас займу парковку, да, для инвалида, но их же нет. Вот их нет физически, да, их вокруг нет, значит, я никому не помешаю. К сожалению, они есть, да, и это стоит признавать и доносить до нашего общества. Акция в защиту специальных мест стоянки прошла по всем регионам Центрального федерального округа, коснувшись и Ярославля. В ней приняли участие сотрудники ГИБДД, активисты молодой гвардии и те, для кого выделяются данные парковочные места. В ходе рейда выявлено множество нарушений. Каждый получил на лобовое стекло вот такой стикер. В течение буквально 10 минут подъехало свыше 15 машин, вставало, и только после того, как мы показали людям наш стикер, показали на знак, они говорили, что да, теперь мы видим, и уезжали. Некоторые автолюбители реагировали на замечания резко и даже использовали нецензурную брань, но все же уезжали, освобождая места. Организаторы такой акции надеются, что в следующий раз нарушители здесь не припаркуются. Дарья Смирнова, Олег Лушников. День в событиях.